Задымление на бывшем полигоне бройлера Рязани заметили 20 сентября. На место сразу же прибыли сотрудники МЧС, природоохраны, прокуратуры и военные, которым теперь принадлежит территория. На площади 15 гектаров были выявлены 5 очагов задымления. Сложность, во-первых, в доступе, потому что сами отходы являются такой рыхлой массой, и пройти к очагу возгорания с использованием тяжелой техники невозможно. Поэтому необходима, значит, определенная подготовка данной территории для того, чтобы зайти уже с техникой и произвести тушение возгораний, на сегодняшний момент пока задымление. Как отметил Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин, на территории необходимо проводить мероприятия по рекультивации и удалять отходы, но это уже когда не будет возгорания. А пока на месте дежурят сотрудники МЧС и остается актуальной необходимость усилить количество подаваемой воды на территорию, чтобы в случае возникновения новых очагов их смогли оперативно потушить. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».